Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Ну и наступило время, конечно, разыграть наш первый приз. Ну и точнее вообще сказать призы. Вот так вот оно получилось, с каким-то таким небольшим нежданчиком. Ну и что нам для этого, уважаемые зрители, нужно? А для этого, уважаемые зрители, нам нужно открыть мой канал. Вот у меня он открыт перед вами. Вот. Переходим к видео, где я рассказывал про спиннинг Black Hole бустер. Вот мы его открываем. Вот. Делаем копию ссылки. Копируем на данное видео. И переходим в рандомайзер. В этом рандомайзере я разыгрывал всегда. Так что, в принципе, все с ним знакомы. Вставляем ссылочку. И мы видим, тут уже начало все отслеживаться. Видно, что на фоне уже появилась заставка моего канала. Видим, что сколько у нас просмотров, видим, сколько комментариев. И вот из этих, уважаемые, всех комментариев нам теперь нужно определить победителя. Это, конечно, все непросто. Ну, что теперь поделать? Нужно, конечно, определиться, кому повезет. Все, как бы сказать, ну не все, а большинство людей принимало участие. И очень много комментариев. Ну, конечно, далеко не всем повезет. Ну, хорошо, что у нас тут целый марафон запущен. И впереди еще будет у нас разыгрываться два спиннинга. И также у нас еще идут скидки по промокоду TAIMIN 10% на фирмы COEX. Все, как бы сказать, это есть в описании. Кстати, победителю инструкция. У меня под каждым видео есть описание. В описании к видео есть моя электронная почта. Вот. Ну вот, я думаю, все понятно, как со мной связаться. Ну что, давайте приступим. Мне уже самому интересно. Мне повезет. Опа. Программа призадумалась и начала такой быстрый динамический старт. Видимо, опять призадумалась. Все там моргает. Ищет достойного человека. Да, вот с этим-то, конечно, у компьютера, наверное, проблемы. Компьютеру все равно, что за человек. Опа, ничего себе. Денис Широков. Написал он комментарий: Саня, огромное спасибо за познавательное видео о бюджетных палках. Однозначно палец вверх. Ну вот, Денис Широков, поздравляю тебя. Ты у нас победитель и ты у нас выиграл спиннинг Black Hole бустер. Еще раз напоминаю, что под каждым видео есть описание. В описании есть адрес моей электронной почты. Почты, свяжись со мной, и мы с тобой уже определим, как уже и куда переслать тебе этот спиннинг. Можешь сразу же, как посмотришь видео, зайти по ссылочке на фирму COEX или просто набрать в поисковке фирму COEX, выбрать там подразделение спиннинги и зайти на спиннинги бустер и выбрать, какого соответствующего теста длины тебе спиннинг нужен. После этого напишешь мне свой адрес, я отправлю на фирму COEX и тебе вышлют по данному адресу твой выбранный спиннинг. Пересылка, соответственно, за твой счет. Так, ну что, уважаемые зрители, это у нас еще не все. Недавно у меня вчера вышло видео про вот такой вот шнур Black Hole Interceptor. Там я ничего не говорю, что будет розыгрыш. Этот у нас бонус пойдет нежданчиком. И мы сейчас тоже разыграем данный шнур. Я в том видео специально два раза повторил. Оставляйте, пишите комментарии. Я прям акцентировал. Ну, я думаю, кто понял намек, те писали. Но писало немного желающих. Видно, не обратили внимания. Ну, и как всегда, я, конечно же, знаю по статистике, что далеко не все зрители смотрят видео все, да, а так как у меня видео информативное, да, как вы сами пишете, они более повествуют и
и подробно рассказывают о сути, да, то такие видео даже не то чтобы их можно смотреть, их, конечно, хотя бы даже нужно прослушивать, потому что я далеко не в самом начале говорю всю нужную информацию, а также рассказываю все секреты и нюансы, да. И судя по комментариям, далеко не все уважаемые зрители это все слушают и просматривают, потому что это я определяю из статистики, да, я вижу, какое среднее время просмотров у зрителей видео. Я, конечно, вижу по комментариям, по глупым комментариям, конечно, потому что люди до конца не досмотрят, не дослушают и начинают свои первые впечатления, эмоции изливать, и потом дальше это не смотрят до конца и вообще как бы не въезжают в тему. Ну, это такая, наверное, категория людей, которые любят все и сразу, тоже имеет место быть. Так, мы, конечно, сбрасываем это все, переходим на мою страницу в YouTube, выбираем видео тест шнура блоку интерцептор, так, копируем ссылочку, переходим в электронный рандомайзер, удаляем старую ссылку, вставляем новую. Вот, видим, отобразилось количество просмотров и количество комментариев. Вот, потому что я первый раз разыграл спиннинг, и тоже это было нежданчиком, помню. И некоторые люди стали обижаться. Вот мы вот коренные там подписчики, там вот мы всегда были с тобой, а ты вот там как бы не предупредил, вот, и как бы некрасиво получилось, то в этот раз... А кто-то наоборот сказал, да вот, конечно, вы что, вот, вы берите, принимайте участие в жизни там канала, там, в общении, вообще в целом, как бы, да, и то, что вы там, постоянные подписчики, а участие не принимаете, комментарии не пишете, ну и как бы... Вообще, как бы люди начали разделяться на разные лагеря, и у каждого было свое мнение, да. И вот решил я, как бы сюрпризом, нежданчиком разыграть и вот такой вот шнур блоколовский, да. Правда, вот его диаметр мы видим 1.5, вот, по японской классификации. Вот такие вот дела. Так что тут у нас более меньше комментариев и шансы, конечно, выиграть приз у уважаемых зрителей моего канала и подписчиков возрастает. Конечно, как бы сказать, у всех свое мнение и понимание, и некоторые люди пишут, что, может быть, я неправильно делаю, я разыгрываю по комментариям среди всех людей, да, а, говорит, правильно было бы разыгрывать это среди только подписчиков, да, вот мы, вот подписчики, не знаю, правильно это или нет. Есть действительно люди, блогеры, которые начинают после выигрыша, как бы сказать, розыгрыша смотреть, то есть открытый аккаунт у человека, не закрытый аккаунт, с какого аккаунта он пишет, подписан он на его канал или не подписан. Я именно этому не придаю значения. Человек зашел, отписался, ну, это мое личное мнение, да, значит, он принимание участия не в зависимости от того, как бы, ну, подписан он на мой канал или не подписан он на мой канал. Вот. Так как я как бы несу вот это вот, ну как правильно сказать, миссию, вот это вот возможность разыграть, выиграть призы для всех в одинаковой мере. Вот. Ну и давайте определим теперь победителя. Нажимаем кнопочку «Мне повезет». Алексей, вот такая вот заставочка кота с таким вытянутым языком веселым. И что он написал? Алексей, поздравляем тебя, поздравляем. И написал он, интересно, как этот шнур блэкхол будет вести себя после нескольких рыбалок. Потеряет он разрывную нагрузку или нет? Обжегся в этом году на шнуре дайва восьмижильном грант 0,16 мм. После 5 рыбалок стал рваться руками на 3,5-4 кг при заявленных 10 кг. Ну, я ему ответил, ну, за такое количество рыбалок с этим шнуром точно такого не произойдет. Ну, смотрите, как судьба сводит, да, вот, наверное, придется мне вот теперь воочию, вживую ответить за свои слова, и так Бог выбрал, да, что судьба и высшие силы, что этот шнур уезжает, Алексей, тебе, и
ты реально это попробуешь, да, сам убедишься, и если он через 5 рыбалок у тебя будет рваться, да, то ты обязательно мне, пожалуйста, напиши, чтобы я про это знал. Вот. Если вдруг я тебя, и не то что обману, вообще в любом случае отпишись, если он даже будет рваться или не будет рваться. Вот видишь, самому человеку, который вот хотел узнать самое главное, ему этот шнур и попадает в руки. Ну, еще раз извиняюсь за повторение, Алексей. В каждом моем видео есть описание под видео, да, в этом описании написан адрес моей электронной почты. Свяжитесь со мной по электронной почте, и я отправлю вам этот шнур. Этот шнур у меня будет отправляться прямо от меня напрямую. Давайте посмотрим. Шнур у нас абсолютно новенький, да? Видим, что заклеенный, ни разу не вскрывался, ничего, а то уже есть некоторые моменты, что люди пишут, что я сплавляю свои бэушные снасти. Вот, конечно, я повеселился очень хорошо, поглумился вот над такими людьми, но вот мы на всякий случай проверили, что шнур не бушный, абсолютно новый, и ни миллиметра с него не отмотано. Вот. По крайней мере, мной. Не знаю, как корейцы там наматывали и соответствует ли его полная длина. Вот. Так вот. Ну что, Алексей, все ты видео все смотрел. Отправка традиционно за счет победителя. Вот. Так, уважаемые победители, пишите мне на электронку. Кстати, самое что интересно, я вот сейчас начал производить розыгрыши. И сегодня объявился человек, который с крайнего розыгрыша, с ближайшего, да, я летом разыгрывал, выиграл стульчик. Только сейчас подъехал человек и забрал его стульчик. Вот сегодня, вы не поверите. Он, наверное, забыл про этот стульчик. Уже время пошло, там, с июня или с июля месяца, уже сколько месяцев. Вот, а он, наверное, только смотря эти новые розыгрыши, скорее всего, вспомнил и решил забрать этот стульчик. Но, как видите, стульчик у меня сохранился, никуда не ушел, и я передал ему этот стульчик, все как положено. Вот. Ну что, уважаемые зрители, мое время подходит к концу. Что хочу сказать, всем удачи, крепкого здоровья, счастья в жизни. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео, уважаемые, с друзьями. До свидания, до новых встреч.